Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Evil Nun. Мы сегодня будем проходить главу под названием «Взрыв на высоте». Так, это рецепт для создания куклы. Давайте же будем уже начинать. А вот, не забывайте также поддерживать лайкосиком и подписываться на канал. Я еле-еле добился этой главы. Я хотел именно эту главу. Давайте сейчас на халяву взорвем нашу монашу. Ты где там? Давай, иди сюда. Поставим рецептики, больше ее взрывать не будем, потому что я хочу сегодня ее взорвать с помощью куклы и посмотреть, какая будет разница между взрывом куклы и взрывом горшочка. Так. Ходит, да, идет? Или как? Алло. О, идет, смотрите на нее. Тик. Ох, ты ж хорошо пошло. Нифига себе, ты упала, конечно. Кстати, уже не следит за мной, как в прошлый раз. Разработчики пофиксили, молодцы. Так, ну и давайте начинать. Тут у нас лифт. Закидываем. Я сказал, закидываем. О! И нам нужен динамит. Тихо, нам нужна Библия. Библия у нас бывает здесь, по-моему. Я вообще не знаю. Ну, тут есть монеты. Кстати, смотрите, сколько у меня монет. 75-75. Ну, 7575. Красивое число. Если честно. Так. Бывает, что она также тут есть. Но ее тут нету. И бывает также, что она есть на унитазиках. Я тут уже проводок открыл, чтобы Грааль взять. Это он у меня был на втором этаже. Ну и давайте сейчас будем это все дело добывать вместе. С вами проходить я на изи играю, как всегда, чтобы не было скучно. Ага, значит, тут. Ага, вот и Библия. Ну, книжечка вот такая вот. Где Маня там читает себе. Правда, она уже и не те книги начала читать. Ой, проснулась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Берем тентиху и... И прячемся, да? Что ж еще делать-то, а? Приползет или нет? Идет. Да? Да вроде идет, но как бы... Давайте уже нашумим, что уж же поделаешь. Так. Или она где-то тут забаговала просто. А, вот она тут. Да, она тут. Что мне делать? А.
Ох ты! Ударила. Вот же гадина, обманула меня! Хм, нормально, день два. Ладно, ребят, держимся. Все равно мы сегодня проходим главу. Взрыв на высоте. Так. Не занимаемся каким-то, не знаю, таким уж великим делом, прохождением за первый день. Так, ну, гадина редкостная. Взяла, забаговалась специально. А потом еще что-то доказывает, а? Бац. До свидания. Ой, ой. Ох, хорошо. Так, тут у нас куколки нет. Да, тут у нас куколки нету. Ну, ничего. У нас может быть не только здесь, но и также может быть где-то тут. Например, вот здесь. А вот и она. Куколка красивая. Смотрите на нее, а. Красавица. Так, давайте-ка... Ой, пошумим. Чуток. Ух ты. Ага, вот идет. Идет наша... любимая подруга. Манька. Так. Бац. Ах ты, промахнулся. Жалко. Заводной ключик у нас где? Может быть? Может быть, здесь. Но его тут, к сожалению, нет. Его здесь нету, но давайте еще поищем в каких-то местах. О, маслица! Маслица! Ну, привет. Чё ж уже поделаешь с тобой? Давай. Прощай. Ух, как хорошо. Ух, а тут надо открыть. Да, все, отстала. Пока что мазать лифт не будем. Да чё за хрень? Да почему? Ну сейчас и она придет. Ну да, ну давай. Чё ж уже поделаешь-то, а? С тобой. В принципе, ничего, но... Да она не хочет никак закидываться, никаким образом. Да. Тут у нас пусто. Откуда, да? Ах, ладно. Бац. Твоя взяла. Кстати, заводной ключик. Вот и он. О, вот это было жестко, да. Ну давай, давай, побегаем, побегаем с тобой. Прям так заорала прикольно так. Ух, баба дает. Угу. Ну или не баба, может тетка. Бац. Где она там? Ага, она тут. Ладно, давайте, знаете, как сделаем. Бац. Я тут. Все. Объекта в лифте 3 пишут, но... Но... О!
но я все равно закинуть куклу не могу. Не знаю, почему и каким образом. Так, давай. Кстати, появились эти пиньяты. Как это называется? Да какого фига, а? Смотрите, оглядывается так. И сюда идет. Да-да-да. Так, бац. Да чё за дичь, я не могу понять. Так. С этой куклой я тут уже вожусь, не знаю, сколько. 10 минут. Представляете? 10 минут. О, господи. Может, надо сюда масленку убрать. На, иди. Да. Сейчас вот так вот сбежим. Отстала. Да чё это за бред? Ну не закидывается, ну никаким образом. Объекта в лифте 3. Наконец-то! Привет. Привет, давай побегаем. Давай. Давай. Эй, я ухожу. Пока. Да. Масленка, все. Должен работать. Через 20 секунд лифт снова поднимется. Так, это мы откручиваем. Раз, два, три. Ну и 4, да? О. Объекта в лифте 3. Ой, 1. Господи. О, хорошо-то как. Правда, немножечко лагает, ну и ладно. Теперь вот такая вот штукенция тут. Ну давай, давай. Погнали. Так, я сейчас забираю куклу. И ухожу. Так. Да-да-да. Так, ну и погнали, ребят. Сейчас будем это все взрывать. Дело. Правда, я не знаю, получится ли у меня с первого раза. А если я вот так вот, например? Ага. Спрятаться, чтобы использовать. Так. О. 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 Вау. И чё? А как? Где мой кусочек маски? Или надо было первый взорвать? Ох, ты ж, да. О, так тут можно перезарядочку сделать. Ох, как хорошо. Это ж идеально. Спрятаться, поехали. За 10 монет. 10 монет, это ж вообще ничего.
Бам! А вот и кусочек маски. Да, но я еще хочу получить достижение взорвать все пиньяты. Поэтому сейчас еще раз попробуем. Ну, где ты там? Ну и, конечно же, монахиню взорвем заодно. Иди давай, давай, сладенькая моя, давай, топай, топай сюда. Эх, какая же ты худая, ё-моё. Хоть бы чуть-чуть потолстее была. Ну ничего, чё поделаешь, чё поделаешь. Так, это мы открываем, это мы, ой, наоборот, всё закрываем. Ну и для безопасности тоже закрываем эту штукенцию. Ну и также давайте прочитаем, что там пишут наши детишки, чтобы тоже достижение получить. Да, иногда мне скучно, мы с другом обычно проводим время, отталкивая стулья и перемещая вещи с одного места в другое. Однажды мы построили очень высокую башню из коробок, которая доставала до потолка прачечной. Ну, это все у нас понятненько. Давайте. Бац. Все. Глава взрыв на высоте. Ага, Грааль себе пусть улетает. Угу. Искать Грааль в школе. Но я искать Грааль не буду. Так, давайте сразу же можно, да? А, нет. А, кстати, это баг или нет? Если взорвать рисунок, то он будет читаться, потому что там у меня ничего не было. Или было написано, я уже не помню. Интересно. Так. Погнали. Ох, хорошо. Хорошо, да как? Вау, пробежал-то как я. Так, я погнал. Ты, пожалуй, отстань от меня. Все равно быстрее тебя. Так. Ну и погнали взрывать последнюю пиньяту и получаем достижение. Ах ты! Вот же... Вот тебе и на. А куколка-то упала, бедненькая. Развалилась-то, а? Я, пожалуй, перезаряжу. Да, значит, надо было сразу же взрывать. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, топай, топай, топай. Так. Ну и я погнал. Так, запускаем. О, прямо идет, да? Или нет? Или да? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Бам! Да, все пиньяты взорвались. Ура! Мы получили еще одно достижение. Да. Ну и давайте эти вот уже динамит пусть все не стоит тут даром. Давайте сейчас его будем использовать. Наверное. Или нет. Ну мне в принципе монет не жалко. Я каждый день сон. И мне еще плюс дают монетки. Тем более я их еще и донатил. Вот, ну давайте, давайте закинем, чем бы нам. Хоп. Да, объект в лифте один, точнее два. Потому что кукла и заводной ключик. Ага.
Ну и берем, конечно же, динамит. Сейчас тоже его закинем. Бац и бац. Все. Мы закинули, и сейчас я буду ее взрывать, ребят. Так, ребят, я уже собрал эту куколку. Давайте пойдемте-ка вниз. И будем ее сейчас тут выжидать. Ладненько, будем сейчас ее лучше выжидать, чем это вот все делать. Взорвем ее быстричком и будем уже заканчивать серию. Так. Вот, ребят, она идет. И давайте. Сейчас мы тут покрутимся возле нее. Стоять, ты че? Алло. Бам! Во! Вот это было прикольно! Вау! Вот это было, ребят, круто! Ну что ж, ребят, на этом я заканчиваю серию. С вами был я, Дмитрозы. Всем удачи, счастья, добра. Всем пока-пока!